Сегодня мы с вами рассмотрим блоки монитор-порта в приложении Artblock. Переходим в монитор-порта и изначально установим подключение. Через монитор-порта вы можете считывать значения с платы и также с компьютера через монитор-порта отправлять данные на плату. Самый простой пример. Давайте прочитаем данные с кнопочки. Подключим кнопочку во второй цифровой пин. И далее в монитор-порта откроем данные с этой кнопочки. Переходим в монитор порта, отправить значение, переходим в входы-выходы, цифровой вход, пин B2, установим галочку инверсии и давайте загрузим. То есть вот так просто вы можете отправить данные с цифрового пина в монитор последовательного порта. Кликаем на кнопочку монитор порта, далее запускаем трансляцию, здесь указывается скорость такая какая у вас указана в блоке при подключении. Нажимаю на кнопочку значение 1 отпускаю 0. То есть сейчас я читаю цифровой пин и получаю значение 0 либо 1. мог быть случай когда вам нужно вывести текст плюс значение. Следовательно, переходите в текст, выбираете создать текст с. И изначально у нас будет отображаться текст. Например, текст арту блок пробел, тире, пробел и загружаем. То есть сейчас у нас в строку будет отображаться изначальный текст старта и после тех значение с кнопочки. Запускаем. И как вы можете видеть, артоблок тире 0. нажимая на кнопочку 1, 0. В порта вы также можете отправлять и значение переменной. То есть можете создать переменную, например, переменная x. Например, типа int. Изначально значение переменной у нас будет равно, к примеру, значение 0. И далее в переменную запишем также данные с кнопочки. В дальнейшем отправим эти данные в монитор порта. Окей, загрузка завершена. Откроем монитор после порта. И мы с вами наблюдаем ту же самую картинку. Текст плюс значение. Только здесь значение у нас не сразу с кнопочки, а значение кнопочки через переменную. То есть мы изначально записали данные с кнопочки в переменную и далее отправляем уже значение переменной в монитор последного порта. Здесь вы также можете отправлять данные с любых сенсоров и датчиков. К примеру, давайте сейчас для примера просто возьмем аналоговый вход PIN A0, то есть подключим просто потенциометр. Загружаем данную программку на плату Arduino. Окей, загрузка завершена. Далее открываем интер последнего порта, запускаем трансляцию и мы с вами получаем значение. Вот я кучу ручку потенциометра и значения у меня меняются. Бывают случаи, когда нам нужно отправлять данные в монитор посланного порта, но у нас, к примеру, есть задержка в программе. То есть у вас может мигать светодиодик, к примеру. Выполняется какая-то программка с мигающим светодиодом на плате. И нам нужно одновременно читать данные с аналогового пина. Это чисто пример. То есть, к примеру, у нас такая ситуация. Нам нужно читать данные и следовательно мигать светодиодом. Давайте сделаем программку мигающего светодиода. То есть вот так я просто мигаю светодиодом, включаю и отключаю пин с задержкой 1000 миллисекунд. И получается, если мы вот так будем отправлять, то мы увидим следующую картину. Запускаем монитор пошта и обратите внимание, наш светодиод мигает. И мы с вами получаем значение, как только доходим до монитора пошта. То есть мы не можем получать данные, когда выполняется с задержкой. То есть, смотрите, я вращаю ручку инсометра, и вот значение у меня поднимается каждые 2 секунды. То есть, выполнили включение, выполнили отключение, и далее отправляем данные. Чтобы не было этой задержки, то вы можете использовать блок «Основные», фоновый блок. То есть, вот так установить, далее загрузить данную программку, если монитор пошта у вас будет работать отдельно, а вот задержка с основным цикле программы будет выполняться отдельно обратить внимание, сейчас у нас светодиод также у нас мигает, и мы а, получаем данные с функционалами без задержки. То есть вот так это можно спокойно делать. Думаю, с этим понятно, здесь ничего сложного нет. Мы просто отправляем данные в допустим порта и отображаем их, скажем так, на компьютере. Теперь давайте рассмотрим, как можно принимать данные с компьютера, то есть именно вводить значение вот здесь, кликать «Отправить» и следно включать наш светодиод. Это чисто для примера. Переходим в интерпорта, и у нас здесь есть блок для чтения и блок для доступа. То есть, сначала нам нужно получить доступ. Следовательно, логика. Если значение доступа у нас будет равно значению 1, это именно тот момент, когда мы отправляем из монитора порта какое-то значение. Скажем так, мы кликаем вот на эту кнопочку и отправляем какие-то данные. И начинает выполняться эта функция. Далее переходим в переменные и давайте создадим переменную x типа чаш. Это символ. И на в данную переменную мы запишем полученные значения. Переходим в монитор порта, чтение. То есть именно мы сейчас записываем в переменную то значение, которое пропишем здесь. И далее давайте сделаем простую логику. То есть, если значение переменной x у нас будет равно символу 1, давайте продублируем, укажем значение 1, то мы с вами включим светодиод. Давайте выберем цифровой выход, пин 13, включить. И далее продублируем и укажем значение 0. Отключить. Загружаем данную программку на плату Arduino и давайте посмотрим. Окей, okay, загрузишь на, открываем монитор а последнего почта, запускаем трансляцию и давайте включим наш светодиод. Я отправляю символ 1, кликаю send, и светодиод у меня включился. Отправляю 0, send, отключился. Здесь вы можете поменять, к примеру, на a, а тут, к примеру, на большую b, загрузить и посмотреть на работоспособность. Окей, okay, загрузка завершена. Открываем, запускаем, прописываю A, отправляю, и светодиод у меня включился. Например, B, отключился. А в этом видео у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Виталий. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока и удачи в разработке новых проектов.